Приветствую всех, дорогие друзья! Совсем недавно я решил возродить свой второй канал, о котором я слегка подзабыл, и на котором я выкладывал видео на отвлеченные от Apple темы. И вот, в принципе, появился повод. Пришла ко мне электронная читалка Kindle 4, и хотел бы я о ней рассказать, но, разумеется, на основном канале этого не сделаешь. Все-таки тематика не та. Также на том канале я буду стараться выкладывать видеоблоги, что, скорее всего, будет происходить не столь часто, так событий интересных в моей жизни происходит довольно-таки мало. Каждый день, в принципе, одно и то же, разве что выходные, поездки куда-то. Вот это, возможно, я буду снимать. Ну а также на этом втором канале я смогу снимать, в принципе, рассуждения на различные темы, которые вы будете задавать мне в комментариях, то есть делиться своим мнением по поводу их с вами. Видео там будет выходить довольно-таки редко, но, думаю, будет интересно. Канал называется Apple Expert Fun, так что призываю вас подписываться, дорогие друзья. А на этом, в принципе, все. Спасибо, что посмотрели это небольшое видео. Разумеется, основной канал я забрасывать не буду. Ну, к сожалению, сейчас получается редко выкладывать, так как времени мало. И поэтому на втором канале мне будет, конечно же, легче что-то снимать. Там я буду меньше внимания уделять обработке видео и тому подобного. То есть сценарии и так далее, да? Так что вот так вот. Жду вас на втором канале. До скорых встреч. Пока!